Привет, друзья! И здесь мы на даче Федора Ивановича Шаляпина, великого русского певца. Это его памятник. Здесь собачка, французский бульдог с джоником стоит. И вот Федор Иванович натуральную, то есть, грубо говоря, величину. Он был под 2 метра такой дяденька ростом. Такой, поэтому вот этот инструмент, его голос, видимо, дан такому большому красивому телу. Вот. И помимо всего прочего, то, что было в предыдущем репортаже, я рассказывал коротко о его днях пребывания в Кисловодске. Здесь, буквально в 100 метрах, жил несколько лет не менее известная личность. Это великий, наверное, уже советский, русский писатель Александр Исаевич Солженицын. Буквально в 100 метрах вот от этой дачи у своей тети Гориной. Вот он провел несколько детских своих лет. И здесь же родился, но не у Гориных, а буквально в квартале отсюда. Домик есть его, место рождения. И уже совсем недавно, по современным меркам, уже старичком, Александр Исаевич, российский его период, после Америки уже приезжал сюда, заходил и на дачу Сталина. В общем-то, возвращение такое на родину произошло. Вообще город замечательный. В первый раз мы здесь с друзьями, и такое впечатление настоящего курорта. Вообще-то такая русская Швейцария, и вся интеллигенция, вся передовая мысль, и знать, и богатые люди, и творческие люди всегда в царское время съезжали сюда. Это бульвар здесь курортный, они ходили здесь с семьями, раскланивались друг к другу, и вот как будто перед глазами все это стоит. Достаточно интересное место. Все в Кисловодск.